Не спать ли Ключиков? Ух ты, какие познания. Будь здоров. Это же вообще никто уже эту песню не помнит. Сейчас я вспомню. Значит, это ария Владимира Игоревича, который Бородин не успел написать. Композитор. Дело в том, что «Князь Игорь» — моя любимая опера. Почему вот так? Есть, не только потому, что Бородин был химиком, как бы совмещал две профессии, а еще и потому, что у меня в книге воспоминания об этом сказано. Впервые в жизни я попал в Мариинский театр в 38 году в возрасте 5 лет на сказку о царе Султане. И совершенно влюбился в этот театр, даже не в саму эту сказку, а вот обстановка, золотой бархат, там бархат лож, настроящий в темноте таинственные инструменты, тяжелый огромный занавес золоченый, какая-то роскошь такая, такая таинственная жизнь театра. И когда его разбомбили, и он сгорел, я помню, я ужасно там, мне было лет-то немного, я плакал, что все, эта жизнь навсегда уйдет. Что... И когда я вернулся снова в Питер после эвакуации уже в 45-м году, уже после первого года блокады, в 42-м году вывезены по дороге жизни Ладожской вместе с другими детьми, я пришел, давали князя Игоря, это был 46-й год, отец меня привел в театр, и видел то же самое, бархатный занавес, тяжелый, золоченый, эти самые бархатные ложи с золоченым. Я понял, что война кончилась. И для меня князь Игорь была самой любимой. Именно поэтому опера. Так вот, значит, но там была не написана одна. Ну, это глупость, конечно, что я говорю, но написал такую песню. У меня, как вы, может, удачно,